Сегодня я вам расскажу не анекдот, а настоящую историю, которая произошла со мной. Но эта история очень смешная. Значит, я попал в армию прямо с, скажем так, со школьной парты. Ну, то есть не со школьной парты, а со второго курса консерватории. Так получается, выдернули меня в мае. То есть кондиция у меня еще хорошая была, профессиональная. Я вот искал в армии, куда бы, как бы попасть побыстрее в оркестр. Пристроился художником вначале, и пошли мы как-то в клуб за ватманом, за красками, а там оркестр. И обо мне уже знали, и, значит, подходит старослужащий и спрашивает: ну что, это ты из консерватории? Там, я говорю: ну да, я. Хорошо, сейчас проверим. И тут первогодка занимается на малом барабане, и они говорят: Юшков, дай-ка палки этому солдату. Ну, я взял палки, они говорят: дробь, можешь сыграть? Я говорю: ну, конечно, могу, но сыграй. Я ушел на пианиссимо после сфорсанда и на крещендо вышел. И они так: так, Юшков, на очко. А это было примерно так.